Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч 9-го тура АПЛ Тоттенхэм-Манчестер-Сити. Встречаются 2-я и 10-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды поровну играли на обе забьют «да», «нет» и 6 раз на тотал больше. 6 побед у Ман-Сити, 2 победы у Шпор, при 2 ничьих. Последние 3 очные матча в Лондоне прошли на тотал меньше и обе забьют «нет». 2 последние игры выиграли Шпоры. Как видим, в очных матчах команды чаще играют результативно, перевес на стороне Ман-Сити, но последние игры лучше удаются шпорам, особенно на своем поле. Статистика команд. Тоттенхэм в последних 10 матчах 6 раз играл на обе забьют «да» и 6 раз на тотал больше. Тоттенхэм выиграл последние 3 матча. Ман-Сити в последних 10 матчах поровну играл на обе забьют «да», «нет» и на тотал меньше-больше. Ман-Сити не проигрывает в последних 9 матчах. Последние 5 своих матчей в АПЛ Ман-Сити провел на тотал меньше. Как видим, Тоттенхэм чаще играет результативно, Ман-Сити нейтрально. В предыдущем туре Тоттенхэм минимально обыграл Вест-Бромвич на выезде. Команды не создали много моментов. У гостей было преимущество, которое они один раз воплотили в забитый гол. Отметился Кейн, удачно опередивший вратаря в борьбе за верховой мяч. Ман-Сити разошелся миром с Ливерпулем в домашнем матче. Мерсисайдцы откровенно отскочили. Счет открыл в начале матча Салак, четко реализовавший пенальти, после чего хозяева взяли игру под контроль, сравняли счет, заработали пенальти, который промазал Де Брюйне. После этого у Ман-Сити было еще несколько неплохих моментов, чтобы забить, но не зашло. Команда Гвардиолы отыграла последние 5 матчей в АПЛ на тотал меньше. Причем строго чередуя ничьи 1-1 с победами 1-0. Трудно припомнить, когда такое было. В очных играх с Тоттенхэмом горожане чаще играют результативно. Последний матч прошел на тотал меньше. Это еще повышает вероятность результативной игры, поскольку 2 низовых матча подряд Тоттенхэм и Ман-Сити играют нечасто. Поэтому много факторов говорят в пользу результативного матча, в котором должны бы выиграть гости или хотя бы не проиграть. Из связки ставок тотал больше 2,5, обе забьют «да» победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 1,88. На тотал больше 2,5 – 1,71. На обе забьют «да» – 1,60. Как уже было сказано, Ман-Сити аномально много отыграл низовых матчей. Поэтому тут надо брать тотал больше 2,5 за неплохой коэффициент 1,71. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Если понравился канал дядь Юры, дайте на него ссылочку в своих соцсетях. Всем спасибо.